Вот эта стена у нас вандальная. Видите, какие тут разрисовки, да? Сейчас мы ее отрисуем. Здесь уже как бы ни у кого рука не подымется на тот рисунок, который вы сделали, что-то там нарисовать. Вандализм – проблема, с которой сталкиваются жители Одинцовского округа постоянно. Чтобы решить ее на корню, выход есть. В рамках акции «Рисуем победу» школьники под руководством профессиональных уличных художников изображают на изуродованных зданиях красочные и символические граффити. Сегодня вы видели, мы изображали общежитие, это в Кубинке 8, строение 17. Там постоянно были граффити. Управляющая компания только закрасит, буквально пройдет 3 дня, какие-то иероглифы вандалы рисуют. Сегодня мы там изобразили наши 2 пилотажные группы. Даша окончила художественную школу с красным дипломом. Она с творчеством на «ты», поэтому, узнав о новой акции, сразу же согласилась принять в ней участие. Я сама увлекаюсь творчеством, рисованием, и вот такая вот акция – это возможность попробовать себя в чем-то новом. Граффити для нее не в новинку, но вот общение с профессионалом и изображение масштабной картины – такого она еще не пробовала. Даша уверена, на такую красоту теперь у вандалов рука не поднимется. Депутаты-единороссы тоже не остались в стороне. Мы с гордостью приехали к нашим героям пилотажной группы «Русские витязи стрижи». И сегодня будет очередное красивое панно, живая картина на той территории, где проживают наши легендарные летчики, которые покоряют весь мир. Украсили и дом в деревне Чуприково, где располагается племхоз Нарасановский. В зависимости от особенностей территории художники рисуют соответствующие граффити. Ведь важно, чтобы тема была близка именно жителям. Поэтому в Чуприкове изобразили сельхозтехнику на природе. Эмилия Реклян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».